Привет, ты на канале Адукар, и сегодня мы с тобой узнаем, как определить свой уровень подготовки к ЦТ. Поставь сейчас под этим видео лайк, чтобы не забыть об этом после просмотра видео. И обязательно оформи подписку, чтобы следующие наши полезные видео не прошли мимо тебя. Ну, а мы начинаем. Когда начинаешь какое-то новое дело, обязательно нужно поставить перед собой цель, так тебе будет ее легче достигнуть. Это же касается и подготовки к ЦТ. Чтобы без нервов поступить в любой вуз Беларуси, тебе нужно как можно больше баллов набрать по каждому предмету. Но тебе не обязательно идти вслепую. Для начала тебе нужно узнать, на какой ступеньке подготовки ты находишься сейчас, чтобы потом ты смог определить, с какой интенсивностью тебе нужно заниматься. Я тебе расскажу, по крайней мере, о 4 легких способах, как определить вот этот свой уровень. Ну что ж, давай по порядочку. Первое, что приходит на ум, это решить тесты сборника ЦТ прошлых лет. В этих сборниках размещены тесты, которые абитуриенты решали на ЦТ прошлых лет. Например, уже вышли в продажу сборники тестов 2021. Здесь размещены тесты, которые вот абитуриенты как раз решали этим летом. Выбери какой-нибудь тест и реши его на время. Затем подсчитай свои первичные и тестовые баллы. Как это делать, я рассказывала в одном из наших прошлых видео. Ссылочку на него обязательно оставлю для тебя в описании, обязательно его посмотри. И, соответственно, чтобы результат был чистым и точным, не прибегай к помощи каких-то учебников, друзей, не отвлекайся и решай строго на время, которое отведено на настоящем ЦТ. О том, сколько конкретно времени отводится на каждый предмет, я рассказывала для тебя в одном из наших материалов, ссылочка на него тоже будет в описании. Если ты не хочешь заморачиваться с поиском теста, подсчетом баллов, ты можешь воспользоваться сервисом ЦТ онлайн. Он есть на сайте adukar.by. Ссылочка на него для тебя будет в описании. Выбери пройти экзамен, и в этом тесте будут задания из разных вариантов. Таким образом, ты и решишь задание, и тебе сервис автоматически подсчитает твой балл. Также в течение этого года будут появляться новые тесты, с помощью которых ты сможешь тренироваться. Также ты сможешь пройти репетиционное тестирование, но нужно будет дождаться октября, потому что первый этап начинается как раз вот в этом месяце. С помощью РТ ты узнаешь, что такое ЦТН на собственной шкурке, сможешь решить полноценный тест. Обычно он похож на тот, что абитуриенты сдавали на ЦТ вот 21 года прошлого. А также ты к тесту получишь результат через 10-12 дней и потом после завершения этапа консультацию, где будут разобраны все задания, и ты сможешь сделать работу над ошибками. Когда будут новости про первый этап РТ, мы обязательно снимем для тебя еще одно видео и расскажем, как на него регистрироваться, что нужно делать, чтобы попасть на репетиционное тестирование. Ну и еще один легкий способ узнать свой уровень знаний – это прийти на пробное занятие в Адукар. У нас есть форматы на любой вкус, можно приходить в образовательный центр в Минске, он находится на Немиге, или заниматься в онлайн-формате. Все ссылочки будут для тебя в описании, выбирай формат и приходи, познакомимся, мы все классные, дружные, и тебе обязательно понравится заниматься у нас. Кроме баловала... Вот и все 4 способа, о которых я тебе хотела рассказать. Но помни, что кроме баллов еще есть показатели, по которым ты можешь быть не готов к ЦТ. Например, ты решаешь тест слишком медленно или часто отвечаешь на вопросы наугад. Помни об этом, тоже работай над этими моментами. Если ты получил уже на первом этапе хороший балл, не расслабляйся, занимайся и получай более высший балл, так как, в принципе, за год ты можешь растерять свои знания, поэтому постоянно что-то повторяй, учи, совершенствуйся. Но если же ты получил неутешительный балл, тоже не расстраивайся, возьми себе руки, у тебя еще впереди целый год, ты можешь наверстать упущенное. На этом все. Я была рада поделиться с тобой способами, как узнать свой уровень подготовки к ЦТ. Ставь нам, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал и, конечно же, отмечай колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Также напоминаю, что у нас в самом разгаре ЦТ-фест, где преподаватели рассказывают, как начать готовиться к ЦТ, где найти литературу, как протестировать себя, рассказывают какие-то лайфхаки и показывают вообще, что такое ЦТ, пробуют решить с вами какие-то первые задания. Так что ссылочка на ЦТ-фест тоже будет в описании. Обязательно переходи, знакомься и ждем тебя в Адукаре. Всем пока!